Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игрульку на Android, которая называется Gunwar. Спустя 3 недели после вспышки критической эпидемии, вирус быстро распространился через валюту, уничтожено один за другим социальное попадание в беспорядок и хаос. Затем президент распорядился об операции, чтобы начать секретные тактические подразделения отдельного агента. Эти агенты обучены в чрезвычайных ситуациях и могут действовать независимо. Когда ваш знакомый попадает в разрушение, когда мы начинаем действовать? Они, наверное, хотели сказать, тогда мы начинаем действовать. Ну что же, давайте посмотрим. Нажмите, чтобы начать. Ну, это естественно. Молодой человек, я ждал тебя. Добро пожаловать на фронт. Я надеюсь, вам понравится. Начнем наш первый бой. Компания. Ну что ж, давайте выберем компанию. Это карта сражений. Вы можете выбрать этапы здесь. Понятно. Часть первая, боевой. Отлично сработано. Так, ну что, я в принципе готов нажать для сражения. Начать битву. Давайте посмотрим, что это за игра. Нажмите, чтобы продолжить. Ну, в принципе, здесь все понятно. Это тоже ясно. Ага. Так, а ну-ка. Блин, мне, наверное, ребята, здесь придется, наверное, немножечко управление-то поменять. Ядрить тебя, макарить. Секундочку, ребята, поменяем. Ну-ка. Я пока настраивал, видимо, и выиграл, да? Или нет? Ну да, получается так. Только для пользователей. Короче, у нас победа. Ну куда дальше-то? Нажмите, нажмите. Куда? Ага, вот что надо сделать. В следующий раз. Победа. Подтверждаем. Уровень 2 мы с вами получили. Так, ну это мы не будем читать. Время не будем, как говорится, тратить на это все. Так, депо. Усилить. Нажмите. Хорошо. Настраиваем свой пистолет. Уровень 1. Все легко и понятно, ребята. Сражение номер 2. Естественно, компания, боевой. Погнали. Да-да-да, понятно. МС Мишель. Так, тут нам что показывают? Поменять, что ли, надо? Ничего я менять не буду. Это я... А, это перебегать, наверное. Да, ребята, перебегаем. Ну что, давайте сносить этих олухов. Ну и рожа у него, да? На, блин, тебе. Получил. Так, в чайник. Нифига он майску Джейсона где-то надыбал себе. Слушайте, это, ребят, какой-то, знаете, снайперский шутер. Так. Давайте. И все, что ли, ё-моё? Пи-чпок. Готов, хламонище, валяйся вон там он. Так, опять открываем. В следующий раз все остальное мы ничего не будем покупать с вами. Потому что это, ребята, просто элементарный обзор этой игры. Как выровнять шестерни, она мне будет сейчас показывать. Отряд. Шлем. Мы поднимаем, короче, уровень нашему снаряжению. Все понятно. Продолжаем. Тут у нас этап с боссом. Начать битву. Хотелось бы посмотреть, что это за босс. Причем на картинке, ребята, нарисованы зомбари. Пока я вижу здесь каких-то... Ё-моё, это что еще за чудище? Киборг, что ли, какой-то? Воу. Хотя он сосунок, ребят. Тихо, он ко мне бежит, что ли? Не, показалось. Че, понравилось вам, а? Чудики стоят там, блин. Так, первая кровь, да? На, хедшоты только зарабатываем. Блин, это сержант первого уровня, босс-то. У меня еще тут... Ё-моё, нифига я вжарил-то. У меня там еще время давалось, 4 минуты. А я справился за секунды. И я получаю уже 3 уровень. Что-то как-то быстро развиваемся мы с вами. Так. Все понятно. Отряд. Не понял. Ох ты, я могу здесь еще...
Ё-моё, я уж подумал, кто-то тут забубнил. А это в игре. Так, ладно, хорошо, нас теперь двое. Уровень повышен. Так, ладно, давайте. Хо-хо, вот тебе и хо-хо, блин. Все, короче, мы закончили, ребята, упражнение. Да ё-моё, а, можно купить один. Опачки, винтовка С-класса мне досталась. Так, компания. Боевой, четвертая миссия, ребят, у нас на кону. Бекас. Можно взять гранат, тут всякой ерунды. Но это за алмазы, а алмазов у меня нету. Ага, вон она, смотрите, напарница у меня стоит, отлично. Я так понимаю, эти бочки можно будет взорвать. Так, тут уже уровень 2 у нас противники. Хедшот, отлично. Ну, где, где? Не вижу, блин. Что-то мне не нравится это прицеливание, если честно. Вот они. Хиппи, блин, а? Новый ранг. А, не новый ранг, а нужен ранг С. Готов. Хедшот. Хиппи, ты до сих пор еще жив? Был. Был жив. Куда там бежишь, эй? Слушай, у меня напарница там вообще попадает. Опачки, смотрите-ка, чувак тут. Да, стреляет. Причем довольно неплохо. Как-то быстро все здесь проходится, вам так не кажется? Но, видимо, это первые уровни, может быть, из-за этого. Никаких сложностей пока нету. 160 голды я получил. Очередная победа. Подтверждаем. Пятая миссия. Угу. Ну что же, не будем себя томить. Давайте посмотрим, что нас ожидает в пятой миссии. Где вражины? Где напарница? Ага, напарница стоит. Оу. Третий уровень уже. Ладно, давай. Опять хиппи здесь. Какого лешего ты здесь делаешь, а? Эй-эй-эй, а это, наверное, мирный пробежал. Его трогать нельзя. На, гад. А он так, сучонок, и лезет вот под мои выстрелы, а? Отлично, готов. Еще, а, тут, короче, они все хиппи, блин, да? Хиппи и скул. Прозвища они себе такие выбрали, блин. Чё-то моя там снайперша, по-моему, нифига не попадает. Я быстрее их сам тут посношу. Ну, у меня здоровья еще полным-полно, так что могу себе позволить подурачиться здесь. Так, давайте-ка. Чё такое, я не понял. Ведь в голову уже вроде был выстрел. Живучий гаденыш, оказывается, а? Да стой ты... Смотри, прячься за него, а? Уйди отсюда, а? Желтопузик. Снайперша, ну, хоть кого-нибудь там снеси. Никого, абсолютно. Такое ощущение, что она просто в воздух куда-то стреляет. Будем сами разбираться с этим делом. Вот так надо. Давайте-ка еще одного. Найс шот. Еще бы не найс шот. Прям в чайник, смотрите, ребят. Зубы повыбивало только. Ну что же, выбираем. Мне достались перчатки какие-то. Подтвердить. Уровень 4 я получил. Развиваемся здесь довольно быстро. И 6-я миссия у нас. А частей-то тут хватает, смотрите, ребят. Так, ну что. Переключатель какой-то. Сохранено. А, все, это мы... Что будет первым оружием, что второе. Ясно. Идти куда? Не-не-не-не-не, не надо мне сюда идти, ребята. На самое начало, зачем? Смотрите, тут еще есть специальные задания. Так. Мы остановились здесь. Легенда недоступна нам почему-то. Элита. А-а-а, вот оно что. Нет уж, давайте-ка мы начнем с начинающего. Ну что, давайте надирать дальше зады. Граната. Нету, нету у меня алмазиков, к сожалению. У меня всего их 3 штуки. Что я могу на них купить? Ничего абсолютно.
Ага, зато уровень поднимается у Бекаса. Ну ладно, с этим все понятно. Давайте, ребята, еще, наверное, одну миссейку с вами поиграем и будем закругляться на этом. Как говорится, всем и так все прекрасно ясно. Что это за игра и с чем ее едят? Босс? Ого. Так, ладно. Да что такое? Я же в голову стреляю, олуху этому. Какой-то непробиваемый. Минус один. Так, давайте еще одного. Вот так вот. Слушайте, мне не нравится вот этот чувак. Босс. Он нас выслеживает, по ходу дела. Сейчас мы его попробуем заколбасить. Так, хиппи. Блин, да что ж за фигня-то такая, а? Минус. Нет, их, по-моему, здесь бесконечно. Ребята, они тут бегают и бегают. Здравствуйте, приплыли. Я думал, что я буду с боссом драться. Ну, видимо, здесь по миссии так надо было расстрелять всех и не попасться под выстрел босса. Скорее всего, так, ребята. Ну что же, дорогие мои друзья, вот как-то так. Это был коротенький обзор игры Gunwar. Надеюсь, всем прекрасно и ясно. Если вам понравилось, скачивайте, играйте. Ну, а я буду завершать на этом свой видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в новых играх, в новых видео. Всем удачи, всем пока.